Хей, гайс, мишмики, мы продолжаем проводить игру под названием Фантоме Рейкин. Фанатопия Рейкин. Короче, прошло какая-то херня. Походу, это все-таки с микрофоном, либо не с микрофоном. Потому что я сначала думал, может, просто херячит именно в этом. В OBS, но нет, я проверил микрофон именно... Короче, когда я закончил запись, я начал новую сразу, и я вижу просто шипение жесткие. Голос не слышно, а вот именно ш-ш-ш-ш-ш. Вы, наверное, замечали на некоторых видосиках. И я, короче, посмотрел, я не знаю, чем это связано. В итоге я просто взял, выключил, включил, и, в принципе, все утихло. Поэтому теперь мне придется каждый раз еще проверять, сворачивать, смотреть на громкость. То, что чтобы где-то заклинило, я не думаю, чтобы это где-то, ну, там, клинило звук. Но это очень плохо, на самом деле. Это даже очень плохо. Так, перед тебя ждет третье испытание, испытание скорости. Пройди его, если хочешь заслужить право входить в логово Дрейка. Так, Рала за ними наблюдает. Она считает, что боль – лучшая мотивация для совершенствования. Ты поймешь, о чем я говорю, выйдя на ее полосу препятствий. Так, ну я, по идее, могу просто проскочить это все дело. Хотя даже и полосу препятствий не знаю. О, ключ Ороброса. А что у меня место занимает? Ладно, пойдем в метро. О, можно же сделать пожарить. Ежу. Готово. Блин, я просто как-то и отобразить это нельзя. У меня аж типа один монитор только. Если просто было бы, допустим, два монитора, я бы хотя бы мог отслеживать этот момент. А этого нету. Поэтому хз. Тук-тук, тук-тук-тук. Я не знаю, что это за место. Проверим. Так, я не хочу куда-то уезжать. Ладно, мы куда-то приехали. Так, где мой там фонарик? Лампа как словно бесконечна на самом деле. О, стоп, я знаю это место. Это ж как раз этот. Вводная локация, которую, помните, я говорил, которая закрытая. Отлично. То есть я сейчас пойду сразу переработаю объекты. Пойдем разберем с вами объекты, которые мне не нужны. И нужно будет накупить еще объектов, которые... Ну, откроем себе этот
как они называются. Кармашики. Это коротко, с одной стороны. Только странно, что это вообще за метро. Окей. Блин. Можно 36 хп восстановить. Но с другой стороны, мне и так еды достаточно. Так, теперь возвращаемся в город и идем кармашки себе расширять. Уже пошло. Ну, давайте еще два кармана себе сделаю. Все, хватит. 18 мест есть. Все отлично. Сейчас быстренько через метро прогоним, как мы и до этого где были. Плюс я смотрю, здесь вообще еще другой проход есть. Ой-ой-ой. Что-то это какое-то место очень опасное, не находите? Так, окей. Полетели. Так, нужно свет вообще включить, что здесь как-то слишком темно. И как-то меня в натуре вот эти монстрики уже пугают. Подожди, я сюда не могу попасть? Ну, точно тут же ящик есть.
Да, технологии, походу, слышите, с роботами связаны херня вся. Это плохо. Если все с роботами связано. Восстанови машину. О, лунный камень. Зато мы уже понимаем, что будет дальше. Это жопа. Ну, сюда я, допустим, не ходил. Я метро не открывал, потому что у меня ключа не было. То, что этой девюхе не давал золотишкам. А теперь мы знаем, что почем. Что да как. Держим в курсе страшных роботов. Так, у нас в два раза место есть то, что есть. Подожди, а нахера я тогда сюда пришел? Или типа с короткой имеется в виду? Я вообще думал, он мне даст проход в этот. Я понял, что это за место. Я думал, это проход как раз на гонке. Или, походу, он бы открыл мне другой проход на гонке. Ну ладно. Пойдем тогда на третье испытание. Перед тебя ждет третье испытание. Испытание скорости. Пройди его, если хочешь заслужить право входа в логов Дрейка. Ралла за ним наблюдает, она считает, что боль лучшая мотивация, ты поймешь, когда, короче, пройдешь. А, стоп, все, это уже было... А это сигнал на то, что уже все, время, да? Может, мне нужно просто пройти, а не на скорость? Да ё-моё! Сейчас бы еще подохнуть. А, все? Что ж, здравствуй, птичка. Нашептала, что ты скоро придешь ко мне. Охотница за головами, идущая по горячим следам Берди. Умная и опасная. Это ведь ты, не правда ли? Флеминий Ураборос, ей известна как Рала Молния. Никого быстрее меня выглядит. Так. Выгляни на трофей, свидетельствует о моей скорости и трепещи. Я с моих сделал. Чтобы заслужить мою печать, нужно лишь одно. Пройти полосу препятствий за отведенное время. Давай уже начнем. Подожди минуту. Не торопись, я буду здесь. Серьезно, то есть я вот это зря только что бежал на пролом, думая, что... Окей. Так, двадцатка. Это 24 даст. Эх, ладно. Все. Почему бы нет? Замечательно. Подожди немного, пока все подготовим. Так, итак, будь готов. Это будет труден и извилист. Сначала беги направо, поднимись наверх и затем налево. Добрись до белого флага, чтобы что надо мной до того, как течет время. Ты готова? В моей команде. Беги. Бля, я тупанул.
стоп. Браво. Ты превзошла меня, будучи и быстрой, и хитрой. Уважаем мудрых воинов. Прими же это от меня, мою печать от меня. Если победишь Бёрди в бою, значит, она не гордилась так. Не годится на роль вождя. Все очень просто. Если победишь Бёрди, значит, она не гордится так на вождя. Все очень просто. Но я все равно пробегу, я хочу посмотреть. Ну да, тут видеть, нужно было присаживаться еще. Да, это за один раз не пройти, если не знаешь, куда идти. Хотя можно и так было. Это реалистично на самом деле пройти. Так я в натуре сократил у два раза путь. Поздравляю с прохождением испытания Рылом. Ралы. За последнее время ты уже вторая у кого получилось. Может, мне тоже стоит попробовать? Так, ну что, все, идем сохраняться. Сохраним прогресс. И идем к этим воинам. Хоть подожди, это кажется уже другие воины, а разве нет? Они без топоров. Впечатляет. Ты прошла 3 испытания. Ты достойна войти в логово Дрейка и бросить вызов нынешнему вождю. Ставь 3 печати, чтобы открыть дверь. То, что ты чужачка, не имеет значения. Сила и способность — вот что важно. Буду теперь, блин, постоянно заходить, смотреть. Так, печать испытания Урбороса вставлена. Клюк-клюк-клюк-клюк-клюк-клюк-клюк-клюк-клюк. Похоже на арену с боссом. Хо-хо-хо. А что это такое? Еще один охотник за наживы пришел сразиться со мной, Бёрди? Неужели ты не понимаешь, что великий Джей полностью подчиняется мне, Дрейк? Никогда я бы не более могущественный, чем сейчас. Хо-хо-хо-хо-хо. Хвалю твой пыл и упорство, но путешествие твое здесь закончится. Дружок, наги. Чувствую, нужно будет бомбы брать. Он еще не... Еще в комнате поближе. Так, хрустики. Хрустики. 20 хп восстанавливают хрустики эти. А теперь... Перевернись. Ух ты ж ёбаный. Подними бурю. Ну что, дружок? Пора кушать. Ну что, дружок, пора кушать. Ой.
О, нет, нет. Это невозможно. Отступаем. Так, сейчас посмотрим, что... Так, сейчас посмотрим, что я получил за хрустики. Собачье печенье. Закуска для собак, состоящая из трубей, костяной муки и жира пуши. У печенья твердая структура, специальная для чистки зубов. Кроме того, оно освежает дыхание. Рекомендуется... Не рекомендуется для людей. Ну, слушайте, ЕС 5 восстанавливает 6. Так, я думаю, желательно, наверное, все-таки схавать что-нибудь. Если будет еще одна битва. Ха-ха-ха. Поздравляю. У тебя получилось. Я как раз искала себя помощника. Разумеется, я шутила, что собираюсь прикончить тебя. Видишь ли, мой помощник должен уметь тягаться с дрейками. Это была проверка, и ты с честью ее прошла. Босс. Босс, погоди. Ха, глупышка. Половина племени Урбороса предана мне. Неужели ты действительно думала, что сможешь так просто уйти? Босс, можно мне занять вашу комнату? Нет, босс, отдайте мне ее мне. Что? Вот дура. Ух ты. Это было грубо с ее стороны. А это она обо мне или о тебе? Так-так-так. Похоже, я был прав, положившись на тебе. Сделка еще сделал. Сделка есть... О, пони, кстати, вон. Эй, ты, немедленно освободи Лизу от спей. Да, сэр. После такого уроборуса будет ниже травы. Пока у нас важный заложник, они не станут рисковать. По твоей просьбе, информация о том, кто захватил Бёрду, остается тайной. Странная эта девушка. Если бы это был я бы кричал об этом с каждой колокольни. Ну, а теперь иди. Уверен, твоя подруга уже тебя заждалась. Так, а можно мне пони? По правде говоря, я буду скучать по Лизе. Точно так же заметь, как можно скучать по кошке. По правде говоря, я буду скучать по Лизе. Так, а можно мне, пожалуйста, пони? Вот пони, я хочу этого пони. Удивительно, просто невероятно. Конечно, я всегда считал, что мэр был прав, доверившись тебе. Ханык, мой маленький мэр так вырос. Удивительно, просто невероятно. Так, ладненько. Где выход? Блин, у мэра есть пони. Я хочу пони. Гейл, я свободна. И я не знал, что ты такая плутовка. Могла бы и рассказать. О, иди сюда. Ха-ха-ха. Не ожидала такого, а? Не могу поверить, что вернусь домой. Как сон наяву. О, надо собрать пожитки и проститься с друзьями. Да, я даже с Пушей попрощаюсь. Прощайте. Ну ладно. Встретимся у восточного входа в город. Может, вернемся в Панилло вместе? Блин, а что такая музыка громкая? Она до этого была громкая, или мне кажется? Или мне все-таки кажется? Походу, мне все-таки кажется. Так она же тут, да, жила? Так, Лиза теперь свободна, пташка. Я так рада. Хотя жаль, конечно, что теперь к ней так запросто не зайдешь. А Лиза спрашивала, не хочу ли я пойти с ней, но думаю, свое место я уже нашла. Ну, надеюсь, мы не в последний раз видимся. Блин, как мне попасть вот туда наверх, в вазик, в котором есть предмет? О, кровать, да, отдохнуть все равно позволяет, могу восстановить себе полностью хп. Блин, ну как-то что-то можно попасть? Хотя, ну, а если я ползком попробую? Я же, кстати, не пробовал.
Я ведь, кстати, не пробовал. Подожди, а это что за чел? Теперь это мое новое племя. Приятно. Приятно, когда тебя принимают. Как мне туда попасть? Подожди, возможно... Я понял, как туда попасть, только нужно... более понятнее сделаться. Так, если я здесь, значит мне нужно в эту хибару. Так, но у меня из этого все есть. Да, то есть, возможно, мне нужно как-то наверх попасть, и там есть как раз проход к ним. У меня все готово. Можем вернуться в пансилом? Да. Но меня, в принципе, ничего не держит, только если я не хочу себе купить еще ништяков карманов. Так, вот что творится в пансилом. Возвращение домой как-то сразу становится не такой теплым. Но есть и светлая сторона. Нана не сможет меня отсчитать. Она бы захотела получить полный отчет о том, что чем я занимался. Может быть, даже отшлепала бы мне. Ха-ха. Ладно, плохая шутка. Что ж, я сделаю все, что смогу, чтобы помочь вам. Последние полгода я присматривался за Пушем. Может быть, я буду хорошей няней. О, смотри, пансил уже видно. Кто последний доберется... Кто последний доберется, Пушен зад. Гейл, ты быстро вернулась. И даже привела с собой подругу. Черт возьми. А ты бегаешь быстро. Нет, не может быть. Лиза? О, Гейл. Когда я просил тебя кого-то при-нибудь привезти, я не имел в виду кого-нибудь полезного. И кто так встречает свою дорогую сестру, которой целый год дома не было? Что случилось с милым братишкой, который, когда я уходил, рыдал как младенец? Что-то я все по-другому помню. Наверное, это было слезы радости. О, да неужели? Значит, придется тебе кое-что напомнить. Пойди сюда. Это была сестренка Лиза? Ура! Она вернулась! Нам так много нужно наверстать. Я уверена, что вы умираете с голоду. Пойдемте поедим. И нужно, кстати, зайти тогда к птицам, посмотреть, что мне птицы могут дать. Ну что скажешь? Понравилось мое картофельное рагу? Вкуснятина. Спасибо. Я буду и дальше стараться. Может, на меня рассчитывать. Готовить каждый день не так утомительно. Я даже не представляю, как много Нана приходилось работать. Завтра мы немного изменим расписание, и я буду свободен от кухонного рабства. Мои тарелки мне не впервые, хотя сейчас все как-то по-другому. Наверное, потому что никто меня об этом не просит. Просто сам мою тарелку. Скажи, как думаешь, у нее все хорошо? Я пропавший житель деревни. Не могу успокоиться. Все в порядке. Но откуда ты знаешь? Особая связь. Ты имеешь в виду, что с китом связан телепатический... Раз вы близнецы, и поэтому ты знаешь, что с ним все хорошо. Потрясающе, спасибо, Гейл. Теперь мне намного лучше. Кстати, нет, подождите, если сменилась походка, давайте я все-таки схожу и со всеми погорю. Все-таки как-никак вернулись домой за столь долгое время. Монстры, на чердаке чудовище вроде. Привет, Гейл. Я надеюсь, что ты мне кое с чем поможешь. Эл говорит, что видел какие-то монстров на чердаке. Ты можешь пойти разобраться с ними? Монстры хитрые. Может быть, они прячутся в каких-нибудь старых ящиках? Так, попозже. Сначала исследуй все комнаты. Гейл, я придумал тут новую игру. Называется «Орел и Решка». Хочешь сыграть? Если выиграешь 3 раза подряд, дам тебе... что-нибудь хорошее. О, какие правила? Ладно, слушай внимательно. Будет довольно сложно. Берем монету. Это вот одна, один рин. Но в эту игру можно играть и серебряными или золотыми ринами.
Ям. Я не люблю сложности, так что монета в один рин на самой дом. Значит, я беру монету и резко ее подбрасываю. Когда она летит вниз, я быстро хватаю ее. Теперь ты должна угадать, смотрит она вверх, это орел, или вниз, это решка. Угадаешь, выиграешь. Ты все поняла? Или еще раз объяснить? Поняла. Хочешь сыграть? Если выиграешь 4 раза... Давай, 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 давай. Ну, поехали. Ладно, орел или решка? Орел. О, не вышло, решка. Интересно, ты чистый рандом? Решка. Правильно. А ты хорошо. Ладно. Одна победа есть. Ты все равно должна выиграть еще 2, раз ты получила приз. Хочешь получить приз? Ну, поехали. Орел или решка? Решка. Правильно. А ты хорошо. Дважды угадал, ты все равно должна... Так. Ну, значит, если был... решка, решка, орел. О, не вышло. Серьезно? Да. Решка. Решка. Да. Решка. Да в смысле? Правильно, а ты хорошо. Ух ты, у тебя получилось. 3 победы подряд. Ладно, получай свою награду. Для начала вот тебе картошка, которую я выкопал сегодня в поле. А еще вот та самая монета, которую мы играли. Я хочу, чтобы ты разнесла весь чудесной игре Орел и Решки по всему миру. Говорят, что в старину люди переживали трудные времена, шутя рассказывали истории, и да, играй в игры. После игры тебе стало получше, да? Фух, работать так тяжело. Мне ведь не нужно будет делать это каждый день, да? Было так весело управлять магазином, Рен. Хотя никто так и не зашел за покупками, ха-ха. Ну, кое-кто зашел. Пуша. Мы разрешили ему пока пересмотреть за магазином. Рен уже лучше держится. Сегодня она плакала только один раз. Еще немного времени, и думаю, она совсем повеселеет. Хи-хи-хи. Как весело, дома я никогда не играла в карты по ночам. Лиза хорошая. Она бы и брату понравилась. Мама всегда говорит, что ему надо найти подругу. Я разыгрываю карту пропуск кодом. Ха-ха, давай пропускай. Сестра Алекса вернулась. Это так круто. Может, моя сестра тоже вернется? Они играют в Уно? Интересно. Ну, как там Атай? Как песочек. И правда такой горячий, как и говорят? Подожди, не рассказывай пока. Лучше выложи все подробности, когда будешь укладывать меня спать. Судя по... потрестам на одежде, похоже, у тебя там были серьезные заварушки. Хотя вряд ли такие следы могут оставить человек. Так что был гигантский дракон? Хи-хи, шучу же. Так, это по идее наша комната. Привет, Гейл. Мы как раз обсуждали, что делать дальше. Если вы ищете ученого, который может починить голову голема, Томас вам подойдет. Я не хорошо помню Томаса. Конечно, не помнишь. У тебя память, как у золотой рыбки. Он брат Рутея. Он покинул деревню 5 лет назад, чтобы добиться успеха в науке. Теперь он ученый, каких мало. У него даже есть единственная в своем роде лаборатория. Значит, Томас как ты, но... преуспешнее. Так или иначе, живет он в Дэйви, что к северу от Татая. Он вроде как затворник,
правда, нашел для меня немного времени, когда я его навещала. Раз его сестра Рутей среди похищенных, он точно захочет помочь. Томас поможет нам в любом случае. Узы этой деревни слишком прочны. А, ну да. Мосты разрушены. К счастью, у меня есть как раз что нужно в такой ситуации. Подожди здесь. Круг для плавания. Круг для плавания, пойдем в лес. Так, куда же я его положила? Ага. Это спасательный круг. Держись за него и сможешь плавать. К северо-западу от Атаи есть место под названием Лунного ущелья. Это идеальное место для переправы. Ну, как тебе? Видишь? Я уже полезна. Изи, вы получили спасательный круг. Это надувное кольцо не тонет в воде. С кругом на поясе вы сможете безопасно пересекать глубокие водоемы. Изи. Только вопрос, а я все равно должен как-то научиться плавать, потому что... Некоторые объекты у нас находятся под водой. Мы добрались от Атая до Пансило. Невероятно быстро. Ты наверняка умираешь от усталости. Я уложу детей так, что не стесняйся, отдыхай. Ну, я думаю, пока у Лизы будет больше пользы, чем вреда. Она будет тут жить. Но как только из-за нее начнутся проблемы, она пойдет прочь. Нахал. Надо бы отошлепать тебе за такие заявления. Надо бы так и сделала. Томас, что-то припоминаю. Тот высокий парень, лохматый и в очках. Если он нам поможет, то он определенно классный парень. Я была готова к тому, что меня отвергнут, но дети приняли меня, как будто я никогда и не уезжала. Они ко мне слишком добры. Загадочная голова голема, если починить ее, у нас будет шанс спасти жителей деревни. Томас, что жил с нами, прежде, может быть, сумеет ее починить. Так, ладненько, тогда получается что? Идем на чердак, спасаем от монстров. Чтобы за монстры там не находились. Хотя я здесь был, я не видел здесь никакого монстра. А это же чердак, так ведь? Ты избавилась от них? Конечно, избавилась. Слышишь, Гейл? Именно касать... Натыкай. Не думай, что они теперь вернутся. Ура, спасибо. Нана всегда говорит, что мне... Что монстры не бывают. Но теперь я знаю, что они настоящие, потому что ты их видела. Правда? Как смешно, да, Гейл? Может быть, там и было каких... Так, там и не было никаких монстров. Тогда кого же избавила Гейл? Летучих мышей? Так, ну хорошо, у нас, то есть... Предлагают пойти в нашу комнату, отдохнуть... сказать, восстановить силы. И так как у нас есть спасательный круг, я, возможно, даст. Моя гитара немного пыльная. Ну да, я думаю, тогда отправимся с вами все-таки в этот. В лесок. Отправимся в лесок к жабьему королю. Либо, как вариант, можно сходить к пещеру, где плавала эта. Как она называется? Черепашка. О. Привет, Гейл. Сегодня готовка на мне. Думаю, сегодняшний обед понравится тебе уже больше. Чтобы сотворить на ужин, у нас полный жабьих ножек. Я должен сделать блюдо, в котором вкус жабы раскрывается по полной, чтобы внутри все сразу подпрыгнуло. Хе-хе. Нельзя приготовить отличную штуку и к ней не придумать хорошую шутку.
Ты хорошо выспалась. Я пошел тебе будить, но ты выглядел такой уставший. Не забывай, хотя и иногда отдыхать. О, кстати, Рита и Ирен собрали для тебя кое-какие припасы. Обязательно заходи их увидеть. Как там все? Уже лучше, думаю. Дети стали меньше плакать. Я даже слышал их смех. И Лиза просто дара поднимать настроение своими выходками и гримасами. Даже завидно немного, но это между нами. Так, ладно. Не волнуйся о детях, я буду присматривать за ними и во всем помогать. Если сюда заберется дикий кабан, я его прогоню. А если кому будет нужна жилетка, чтобы выплакаться, стану жилеткой. Стоит отметить, я поражена тем, как хорошо мы все сработались. У всех детей свои дела и обязанности. И они все делают. Молодец, Алекс. Правда, молодец. О, только не говори ему, что я это сказала. Сегодня я помогу Лизе с уборкой домов. Лиза говорит, что соседи могли оставить еду, которая скорее испортится. Она заплесневеет, привлечет мух. Так что мы подойдем и уберем ее. Мы будем наводить чистоту в их домах, пока они не вернутся. А если заодно наберется что-нибудь съедобное, тоже хорошо. Лиза такая умная и добрая. Так, магазинчик, можно посмотреть? А, ну это припасы, о которых шла речь. Я не хочу воровать... Хотя я могу это все потом переработать, занять. Ладно, пусть будет. Привет, Гейл. Мы тут для тебя нашли кое-какие, возьми с собой. Что возьми? Мы все разложили в магазине. Мы нашли все такие закуски, потому что взяли мой радиоискатель сокровищ. Так его брат называет. Или может потому что с нами были Пушистик. Он наш талисман. Сегодня Рен уже совсем не плакала. Думаю, все налаживается. Но почему-то мне от этого грустно. Такое чувство, что мы это перерастаем. Постепенно смиряемся с тем, что нашей семьи больше нет. Так, это для диода. Так, курятничек. Так, это склады. Когда копают картошку, жизненно важно быть в хорошей форме. Иначе только себе навредишь. Ты меня слушаешь, Феликс? Вот как. Прогулка на свежем воздухе превратится в работу в поле. Зря я решил уйти из класса. Мог бы догадаться, что это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Не повтори моих ошибок. Хватит страдать. Все будет есть эту картошку. Лучше бы радовался, что всем помогаешь. Это копаешь картошку, жизненно так быть в форме. Раз учеников нет, я думаю, незачем все время сидеть дойдем. Вот почему сегодня я буду помогать на поле. Хочу заработать вместе со всеми новыми братьями. И кстати, копать картошку тоже тренировка. Мой старик говорит, что любую работу нужно относиться как к подготовке. Если не к бою, то к жизни. Так, а что здесь у нас было? Неважно. Ну, здесь аппаратура, которая все еще не работает. Так, что тогда? Отправимся, думаю, сначала к черепашкам нашим. К черепашке. Я думаю, много времени это не займет. Я думаю, это времени вообще не займет. Вот и прибыли.
Плавать мы, если что, теперь умеем. Вот, мне нужно вот это... Черепашка. Тихо. Блин, ну мне нужна не рыба, а мне нужна черепаха. Как мне словить эту чертову черепашку? Черепашка, ловись. Она словно боится. Но с другой стороны, я ж никак ее не достану, если не выловив. Давай, ловись. О, пошла. Надеюсь, инверсии мышки не будет. Отлично. Сделаем черепашечий суп. А если у меня места нету? Картофель из пансила. Съедобный клубневый овощ, картофельное растение, выращенное в пансил. Картофель приобретает популярность благодаря всеми замечательным размерам и качеству. Плюс 20-ку восстанавливает, но занимает место. Молоко, пареное молоко, домашнее пуши, разлитое по бутылкам и запечатанное. Увенчат тонкой слоем восхитительный сливок. Пуша молоко унесет вас высоко. 15. Да. Так, 7. Так, тушка птички. Только что добытая птичка, диета из дикой фруктов и орехов, сделана на ее мясо ароматы и питательным. Если мясо приготовлено, оно может восстанавливать здоровье эффективнее. Так, ладно, это мы приготовим. Уже был ловко, я думаю, 7 сразу. Картофельное ассорти. Коробочка с готовым обедом, состоящая из картофельного пюре и картофельного фри. Любовь, который готовит блюдо, компенсирует странный выбор компонентов. Пусть будет. Черепаха. Так, черепаха. Живое земноводное, покрытое твердым панцирем, рыбка-черепаха. Большую часть времени проводит внутри своей брони. Она могла бы стать милым домашним животным, если бы знать, как с ней поладить. Ага, короче говоря, мне нужно найти того, кто будет ухаживать за черепашкой. То есть это квестовый предмет, коллекционный даже предмет. Отличное филе. Ладно, выбросить. Рыбное филе. Да, то есть я могу за счет прыжка до низа допрыгнуть. Только, блин, мне нужно теперь с новой рукой эти сделать себе. Вместилище. Жараза, это плохо. Но это я продам. Это мне уже тоже, в принципе, не нужно. Я могу продать. Хотя можно оставить против Дрейка. Ну, этих растений, чтобы меня не шарали. Ладно. Давайте тогда, я думаю, отправимся уже в поиски. Тогда, когда найдем чувака с телепортами. С этим этого ученого, которого мы освободили тогда. Когда они мост починят? Зато мы теперь плавать можем. Это на самом деле очень полезная вещь, потому что если в воде есть какой-то ништяк, можно его забрать. Плюс я могу очень много в какие места попасть теперь.
примеру, я могу поплыть через Королевский мост. А почему нет? Поплыть через Королевский мост, туда можно куда-то дальше дойти. Как я понимаю, самое опасное — это плыть через... там, где растений много. Потому что меня предупредили, что сейчас там огненные рыбы, у них сезон спаривания. И поэтому они очень агрессивны. Плюс летающие эти твари. Так, не, давайте сразу, наверное, сюда, потому что... чтобы сразу изучить дно. Сразу изучим дно морское. Главное увидеть, что это... что-то в воде, потому что здесь так засвещено, так светло. Эй, я камень вижу. Люль. Я вижу камень, кстати. Я вижу лунный камень, кстати. Отлично. И таким способом можно, в принципе, доставать все вещи, которые находятся где-то в воде. Его очень тяжело было, на самом деле, увидеть. Я просто подумал, так, я куда-то смог прыгнуть вниз. Потом я присмотрелся, смотрю, там бульбушки фигарят. Смотрю, там, ага, камень. Значит, мне туда. Так, подожди, мне нужно наверх. Мы наверху еще не были, да? Или были? Были или не были? Я с помощью флейты открывал проход или нет? Уже не вспомню. Да ёп... Она не прыгает. У меня еще жопа загорит. Ну хотя бы на воде не тонет. Хотя мне кажется, если будет головоломка связана с водой, и я куда-то в воду упаду очень жестко. Я думаю, я оттуда уже с этой воды чертова не вылезу. Блин, а вдруг у меня еще в игре будет двойной прыжок? Кто его знает? А, подожди, это ж не тот проход. Точно. А, кстати, подожди, а если еще сделать такие маленькие проходики, куда могут пролететь мои эти стрелы? Может быть, где-то и в стенах, кстати, спрятан проход. Так, сначала идем сюда. Хм, возможно, нам даже тогда проход откроют на другую сторону. Ведь мы одолели чувачка. Может быть, ей черепашку дать. Что я могу здесь? Давайте я кости оставлю, может они пригодятся. Хотя, навряд ли они мне пригодятся. Стоять, мне сначала нужно все это дело приготовить. Сначала приготовим для того, чтобы продать. О, 4 кусочка. Картофель по-деревенски. Картофель, нарезанный на
удобные кусочки на один укус, приправленные приятными травами, а затем поджаренные на румянка и корочка. Это основа рациона любого жителя деревни Пансилы. Так, так восстанавливают 20-ку, так восстанавливают по 6. То есть восстанавливают 24 хп. И намного быстрее процесс проходит. Так, что тут можно еще такое приготовить? Молоко не трогается. Так, тушка птицы. Ну, птицу я могу только наловить, это, которая будет летать, и все. Жареная птица. Так, жареная птица, приправленная специями, благодаря высокому содержанию жира, готовое блюдо имеет сочную нежную текстуру и идеальную хрустящую кожицу. Лишние арены не могут быть. Так, все приготовил, что можно. Да. Я думаю, всю еду брошу, она мне все равно не нужна. Блин, там есть еще за его домом пещера. Как мне в нее попасть? Так, ладно. Нужно оно мне. Пойдем в город тогда сразу по пути, пока силы восстановятся. Купим еще один себе этот вместилище. Так, сначала пойдем на Королевский мост. Потом пойдем туда, где рыбки. Кстати, а меня может... Не, предыдущее место водопад мне еще не дамажил, кстати. А, так я здесь был, все. Я здесь уже мелодию играл. Я могу, конечно, снова пойти пофармить себе ништяки, но все же. Так. Как же засвечено, чисто белое, еле видно. Но это из-за того, что создается эффект водопада.
О, у меня стамины нету, нифига. Ладно, повезло. Лунный камень. О, так я могу делать рывок в воде. Могу я передвигать ящики? Не могу. Плохо. Конечно, я могу все мелкие ящики поперетаскать туда, перед тем, как я поломаю все тропинки и дорожки. Ладно, поставлю пока сюда. Хотя я могу сделать так. А. Ну ладно, не сделаю ничего. Тап-та-та-тап, не туда. Оно того стоило. Но мне туда не допрыгнуть. Никак. Если у меня нет двойного прыжка, либо я не могу зацепиться за стенку. А ну-ка, от удара оно может передвинуть? А, так я могу передвинуть с помощью удара, кстати. Можно попытаться. Говори с ним. Просто протестируем. Хотя бы. Мою задумку. Обосрался. Возвращаемся обратно. И вот я еще отсюда могу ящик принести. Один доп. Здесь можно... Блин, только вопрос. А я ж не допрыгну до верха. Здесь можно проложить этими ящиками мост. Но снова смогу ли я проложить его? Раз, два. Либо можно взять дубинку, которая похуже, чтобы больше ударов было. Деревянную взять дубинку. С помощью нее медленнее ломается. А ну-ка, сколько? Раз, два, три, четыре. На пятый удар. Ломается. Отлично. Раз. Два. Три. Лол, что? Почему с трех? Короче, она не играет роли. Раз, два.
Добро. Я ж надеюсь, эти ящики сразу с одного удара не ломать. Блин, надо было еще мелкие ящики проверить на удары. Ясно, с бомбой оно тонет. Короче, окей. Отменом. Отменом. Хотя мостик это был единственным планом моим, которым я мог создать здесь. Ну что, тогда, думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.